образ какой. Я Львовскою порой, озябши от мороза, в уездный городен на тройке я щипал. Поручик молодой в один трактир заехал, чтоб переждать метель у огонька. Ему в трактире том хозяйка молодая с улыбкою вина с мороза подала. И душу его, сама того не зная, своим горячим взглядом обожгла. Серебряная метель его парит по студе, и он ее забудет, но через много дней. Серебряная метель его в ночи разбудит, и до рассвета будет вспоминать о ней. Вино ему в тот час головушку скружило, гитару взял гусар и начал страстно петь о том, что за глаза и за красу такую не страшно на дуэли умереть. Был долог вечер тот, метель вовсю кружилась, и показалось вдруг ему далеким сном богатая жена и дальняя дорога, холодный сердцу петербургский дом. Серебряная метель его пары постудит, и он ее забудет, но через много дней. Серебряная метель его в ночи разбудит, и до рассвета будет вспоминать о ней. Январской порой заснеженная тройка в уездный город Н свернула с большака. Уставший генерал в один трактир заехал, чтоб переждать метель у огонька. Едва открылась дверь, и статная хозяйка ему кувшин вина с мороза подала. Как понял генерал, что это то, что снилось, и много долгих лет его ждала. Серебряная метель его пары постудит, и он ее забудет, но через много дней. Серебряная метель его ночи разбудит, и до рассвета